мои красоточки. Мы идем за Анютой. А ну покажись нам, звезда. Вот такая вот звезда. О, палец потеряла. Вот такая вот звезда. Да, ну, все. Я бегу, шляпу теряю. Да? Пошли, идем за Аней, сейчас ее возьмем и пойдем на площадку гулять. Так, проходили мимо клубники, купили клубнику. Данька, Даша. Боже, какой запах. А ну, покажись мне, красотка клубничная. Вы посмотрите на эту клубнику. Покажи ручуху. Вот это да. Что ты там, обалдеешь? Запах какой. Красота. У самой слюни текут, да? Проходим розы. Не могу пройти мимо к этой красоты. Смотри, какая красота. Еще будут цвести? Не, будут. Здесь вот какая-то красота такая белая цветет. Я не пройду мимо цветочков. Сейчас опоздаю за ребенком, но мимо цветочков точно не пройду. Ох, летим, бежим. У нас сегодня несусветная жара. Я думаю, наверное, градусов 30, да? Ну, очень прям жарко. Очень тепленько. К концу недели будет 19, а сейчас 30. Ага. Прихорашивается. Мы привели детей на площадку гулять. Жара вообще невозможная. А я уже показывала клубничку. Да? Угу. А я съела вот такую. Прям вот такую. Вот, вот такую. Да. Ешь, наслаждайся. Посмотрите на вот этих озорников. Беспризорники. Привет. Босиком. Краснощеки. Вот оно детство. Ага. Босоногое детство. Покажи Кирюшка нам. У нас, видишь, какой Кирюшка вырос. Да. Это он сам сделал точилку. Чуть-чуть. Это был такой наборчик. Надо чуть-чуть подержать, и она уже вот натачивается. Да, но сам сделал. Такой был набор специальный. Сделай сам. И вот он. Ойрека Крейт. Киви. Как называется? Ну, Ойрека Крейт какой-то. Ага. Как интересненько. Ручки вспотели. А теперь так весело точить карандаши. И смотреть, как тут это... собираются. Все. Еще один. Теперь точить карандаши — само удовольствие. Да. Кто еще так делает? Покрасила голову, надела пакет и решила вам показаться, какая я красивая в этой шапочке. Вот так вот. Волосы отрастают просто, блин. Феноменально быстро. Тьфу-тьфу-тьфу. Господи, Ира, чего ты жалуешься, что волосы растут? Я не жалуюсь. Ну, просто, блин, краситься приходится теперь чаще. Вот. И я сделала более светлый цвет. И теперь видно, ну, сама-то я темненькая, и теперь очень видно корни. А меня это не смущает. Это смущает мою маму. И она ходит: Ира, давай краситься. Краситься пора, Ира. Ну вот, она меня покрасила, спасибо, мамуль. Я теперь красивая, с пакетом на голове. Новый день. Снова мы в поездках. Оставили нашу бабушку с детьми. И везем Сашу в казармы. Александра, помаши ручкой в камеру. Я так понимаю, это новый вид извращений. Раньше этим занимался Ausländerbehörde. А сейчас, походу, их просто, ну, вот украинцев, да, их перевели в какое-то другое то ли отделение, то ли что. Я первый раз вообще слышу об этом месте, где нужно регистрироваться. Ну, поедем, съездим, посмотрим, потому что маму я регистрировала в Ausländerbehörde, ей пришел термин туда. А Саше почему-то вот в это место. Вообще не имею ни малейшего понятия, почему. Но, в принципе, процедура та же. Сфотографироваться, отпечатки пальцев, анкета, как бы все то же самое. Приехали в какой-то другой район. Я тут ни разу не была, но он зелененький. Красивый райончик.
Идем, птички поют, зелень такая красивая. Казалось бы, что это может быть? Парк, наверное, какой-то. Но я-то уже знаю, что здесь. Но вы сейчас удивитесь. Это кладбище. С такой красивой природой внутри. Все, мы все сделали. Оказалось, в этих казармах это теперь вот здесь делают все эти документы, в общем, в одном месте. Наконец-то, спустя почти 3 месяца, она получила аусвайс! Ура! Не, ну, в смысле, она получила аусвайс не спустя 3 месяца, а спустя 3 месяца они организовали. Да, вот ее вклеили в паспорт. Это теперь не карточка, да, а паспорт вклеили и вот такую дали бумажечку на ребенка. Все в одном месте. Прекрасно. Наконец-то. С мамой мы ходили именно в Ауслендебихёр. Да. И там делали все эти дела. Но теперь нам в понедельник надо опять сюда с ней ехать, потому что у нее нет всех отпечатков пальцев. У нее снимали отпечатки пальцев только больших пальцев. А тут всех надо сделать. И ей придет пластиковая карточка, потому что на нее уже была она заказана. Сейчас это все упростили, просто вклеивают в паспорт и все. Ну, я считаю, это прекрасно. Зато мне теперь есть кого снимать. Постоянно. Я могу снимать Сашу. Мы привезли девчонок на репетицию балета. Они будут выступать у нас 25-26. Можно переходить дорогу? Как ты думаешь, можно? Чтобы наверное, можно. Это вполне возможно. И поехали закупились. Куча всякой... Открывай ворота. Фигни. Приехала света. Да, но нам надо. Что такое? Тебя расстраивают чеки? У меня чеки. Зачем ты ее берешь? Навернись. Навернись, чтобы было смешно. У нас сегодня погодка, конечно. Вчера в Подоборне, блин, был торнадо. Вообще ужас. И у нас вот, ну, как-то так тоже. Нас обошлось. У нас был только ветер, гром, молнии. Ну, такая гроза хорошая. И ставь, не забудь монетку вытащить. Мы посмотрим на тебя. Наши девчонки сейчас здесь репетируют. Кассандра — это преподаватель Ани по балету. Она взяла Дашу бесплатно тоже. И даже Даша будет участвовать в спектакле. Она будет подарочек, как и Аня. Да. Такая колбаска. Сарделька в руке. Кабанчик такой. Как я люблю так собираться, каждый занят своим. Мама шьет подушки. Ой, все, мама не причесанная, не снимай меня. Тут сестер занимается рисованием. А я книжку буду читать. Вот такую. Вот. Буду читать книжку. Ой, покажу. Вот мне мама уже сшила вот такую подушечку. Это мне Леночка присылала отрезки тканей. Вот. И вот так вот. Что мама снимает? Здесь уже настрочила. Да, вот. Что настрочила, а не знаю, что подобрать между. Там где-то у меня еще есть. Синяя, черная, оранжевая есть? Черная. А черная есть. 4 цвета. Это такая думочка серая. Мне под шею. Серая. Серая. Да. Еще серая. Это между будет на кресло надо... подушка. Да. Это между ними надо мне проем сделать. Под спинку. Да. Так. Ну, еще там какой-нибудь. Мама лоскутками бавиться. Да. Вот так. Як дитина іграшкою. Я посмотрю, что получится. Вроде как серый тон будет, может, и ничего. А как там? Я уверена, да, будет красиво. Да, подскажите, какой цвет между ними вставить. Цветной, не цветной. К тому времени, как вы подскажете, она уже сошьет. Ну, я распорю. Ну, там вот видишь, покажи ближе. Там, я показала. Цветовая гамма подошла.
Хотя были маленькие кусочки. Ну да, были маленькие, но мама все вот сшила. А на той стороне немножко цвет отличается. Здесь отличается, ничего страшного. Оно даже незаметно, если вот, вот так вот не смотреть. Потому что есть, то получилось есть и светлый вот так. Тон. Вот. Еще светлый тон. Не, на светлом оно между. Вообще не выигрышно. Оно будет теряться, оно да? Оно потеряется, конечно. Но мне надо так, чтобы подходил под любой квадратик. Ну, пробник. Посмотрим. Будет красиво. Да. На вечерок у нас пиво-рыбка и мультик. Много приключений, двигаемся мы. А то, смотрите, сейчас будет милота. Ой, улетела милота. Что ж ты детей оставила-то? Милотища ты наша. Вообще мы едем проведать нашу тетку. Сестру с пельмяшкой, с племянницей. Вот. Но дорога оказалась перекрыта, и нас повело дорогами приключений. Красота-то такая. Этих мы явно прям не обгоним. Зелено все, красиво. Будем сейчас за великами плестись. Она все делает. Я это... Что ты снимаешь? Тебя снимаю. Очень красиво, живот втяни. Что там? Как тебе живется? Хорошо живется. Нет, ты будешь пить? Нет, не хочу ничего, не хочу ничего пить. Ну, мама, наверное, будет водички попить. Это Машуня, вот эту вот кашку кукурузную, которую я варила на молочке. Ей же понравилось. Мне понравилось. Как ей это? Это... Ну, тогда оставила ж. Я это искала. Ты будешь ведь вдруг? Я нет, она холодная для меня. Кто-то захочет. Кто-то захочет. Что, пирожком нажарили? Нет. Тетка моя. Шуба. Ой, селедка под шубой. Я просто только-только обедал. С удовольствием буду, но попозже. Хорошо. Мамуля моя. С собой можем дать. Давай, вот это будет хорошо. Помашите ручкой. Да не ты. Поехали домой. Ну, мы сейчас попробуем, да, попробуем другой дорогой. А, здесь прям на самокате можно. А у нас черешня поспела. Не, ну дети объедают вот низ. Бабушка не может. А там наверху птички едят. Сирень уже отцвела. А как пойди еще с ними поле ромашковое? Мать заставила. Говорит, иди сними красоту. Пошла снимать красоту. Вот. Да, здесь ромашки. Маргаритки мама их называет. Целая полянка. Муж пытается заехать в гараж. Я туда, вот, ну, не рискую я туда заезжать. Это, блин, надо быть миллиметровщиком. Мама, а что ты там стоишь, прячешься? Сама послала меня, значит, маргаритки снимать. Да, уже хочу лечь. Уже лечь хочешь? Хочу все, лечь. И я хочу полежать. Уже я уморилась. Уморилась. Хорошо. И погода, все хорошо. Надышались воздухом. Варениками нас накормили. Государственные, но я так думаю, знак качества есть. Вкусные. С трюфелями. С чем? С трюфелями. Я думаю, что за какой-то такой ни о чем. Не понимаем мы ваших трюфелей. Я еще сестре говорю. Такое впечатление, что вареники отдают... Душком. Сейчас скажу. Кукурузой. Вот когда варишь кукурузу, ага. И вот такой вот запах, сам запах кукурузы. Она говорит, будешь что-то с кукурузной муки? Я говорю, ну кто его знает? Оказывается, с трюфелями мы едим. С трюфелями, ага. Вот оно что. Их же эти свинки, кабанчики по запаху наносят. Наносят. С трюфелями, да? Нет. Говорит, с душком они какие-то. Я думала, они из картошки.
Ой, мы домой. А кто это там? Мы. А кто это там? И собака еще нас встречает. Цветы какие красивые. Да вообще красота какая, ну. Оп. Красивые.